Вчера в Ульяновске состоялось торжественное открытие третьего международного театрального фестиваля «История государства российского, отечества и судьбы». Фестиваль посвящен 250-летию историографа, литератора Николая Карамзина. В его программу вошли спектакли, посвященные значительным событиям и выдающимся личностям российской истории, а также постановки по русской классической литературе. Участниками фестиваля на этот раз стали театры из Москвы, Сергиева Посада, Владимира, Великого Новгорода, Пензы, Ульяновска, Берлина и Нью-Йорка. Центральным событием станет спектакль Малого театра России по пьесе Эдварда Радзинского «Театр императрицы». Сегодня фестиваль «Отечество и судьбы» призван рассказать нам действительно об истории большой, об истории маленькой, каждого города, отдельной судьбы, с тем, чтобы подрастающее поколение и люди, которые составляют сегодня зрелое поколение нашей страны, чтобы они были объединены, чтобы не было между нами водораздела. Фестивальную неделю открыл премьерный спектакль Ульяновского драматического театра имени Гончарова «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина. Инсценировку создала победитель Всероссийского конкурса современной драматургии «Ремарка» Инна Гридина. Режиссер-постановщик из Петрозаводска Олег Липовецкий представил современный взгляд на хрестоматийное произведение. Смысл был в показе человеческих отношений. Истории человеческих отношений вот в рамках исторических событий. Поэтому и такие определенные костюмы, поэтому и неожиданная, железная, мощная такая декорация. На торжественном открытии фестиваля выступил режиссер-постановщик Московского театра «Сферы», народный артист России Александр Коршунов. А мы привезли к вам обыкновенную историю, первый роман Гончарова. Игра Гончарова на родине Гончарова – это праздник и ответственность. Фестиваль завершится 12 декабря, в день рождения Николая Карамзина. В этот торжественный вечер ульяновцы увидят спектакль посвящения «Карамзин. Портрет души и сердца» драматического театра из Великого Новгорода. Ирина Антонова, Павел Макаров, новости «Ульяновской правды».